Привет! Вы на канале Наташа. Сегодня мы с Дейси и Наташа будем играть в магнитные куклы. Магнитные куклы, да? Да. Угу. Hi, my name is Daisy and this is my friend Natasha. Today мы будем показать магнитные куклы. Куколки с магнитными одеждами, да? Это Белль? Да, Белль. Это Белль. Это Золушка. Это Золушка. Yes. Oops. И это Рапунцель. Такой у них красивый домик, просто замечательный. Там они могут наряжаться, одеваться и отдыхать. И что еще у них есть, смотрите. Вещи. Какие вещи? Давай. Okay, now we're gonna dress them up. Yep, you Wait, can. I'm putting a hat on her. We get to do Посмотрите на ее. Ooh, давай поближе. Это красиво? Очень красиво. Is одевай. Is there shoes anywhere? Look it, it's shoes. Okay. See? So we can put the dolls inside. Yeah. Down or yes. up. And the roof, we can't put the dog, but you can pretend that she's on top of Got the roof over. All the way. I can't. Wow. Wow, как ты ее нарядила. Вот она какая получилась, Белль. Та-дам. Красотка. Да? Вот такое у них есть классное зеркало. Подставка выпадает. Так. Сейчас я соберу еще карета, да? А где же тут подставочка? Вот такие классные юбочки. Такая классная вещь. Вот такие замечательные вещи. Зонтик, зонтик. Зонтик даже нашелся. И тут есть зеркало. Зонтик вот такой. Вот такой. Это не зонтик, это корзинка. Корзинка с цветами. Музей. Вот я поставлю. Музей. Музей. Карету. Еще есть лошади. Для лошадей у нас подставочку. О, найс, бьютифул. И Дейзи нарядила вот так куколку, да? Так, ну что, они наряжаются на бал, да? Они наряжаются спать, чтобы. Чтобы спать? А я им вон ставлю лошадей и карету. Okay. Я думала, они поедут на бал. Okay, if you haven't seen Rapunzel's real outfit, I'll show you it. Вот такая карета. Okay, вот такие лошади. И зеркало, чтобы наряжаться. Здесь чего только нету, да? Такая шляпка, вот эта шляпка мне нравится. Еще в дом можно кое-что поставить. И вот такая шляпка. Он новый тоже. И всякие эти платья. Мама. И вот этот наряд мне очень тоже нравится. Вот такой. Королевский. Okay, and we also we forgot we have ads in there. Okay, after we have big outfits. They're big. А где еще? These are the only big outfits I think we have. Теперь они идут кушать. Теперь они идут кушать вот так, да? Да, посуда здесь. О, и тут у нее посуда в руке и цветы. Наташа говорит, что она идет кушать. Блин. А что у тебя эта Золушка все не наряжена? Вот ты ее поставила, теперь вот так поставила. Wait, you forgot to dress up this girl. Yes, you need to dress up her. You... Now you can do this one. I go dress. I don't want to
А тебе надо вот так поворачивать и одевать. Одевай. Какая-то маленькая юбочка. Какая-то маленькая юбочка, там сзади еще что-то, нет? Ничего не прилипло. Oh yeah, and we forgot. These are the stuff. One ball. Красивая, очень красивая комната. Вот какие всякие красивые штуки. Мама, а ты можешь взять букет? А где еще одна кукла? Ну, вот она. Сейчас я ее переодену тоже. Мама, Гено! Рапунцель. Гено! Окей, I'm almost done with my booby. It's all. Okay, that was the doll. В новое Мама, Мам, Витика. Okay. Вот Рапунцель. You can't do that. Дейзи переодела уже. Вот, готова. Моя вот готова. А что ты ей платье никакое не одела? Юбочку ты ей не одела. Я села так. Ой, мама, прилипло что-то. Прилипла, отлепляй. А, вот поэтому она тут не держалась. Я дома, мама, это было. Наша шапка. Посмотри, какая. Дай мне шапочку вот эту сюда. Шляпку. Шляпку. Ну да, я померю и отдам тебе. А есть такая шапка. Мама, тата, тя. Nice. Beautiful. Так, Рапунцель и Белль у нас красивые, да? Где же наша Золушка? Она сейчас одевается. I can see her.
Понятно, ты ей на лицо кофту одела, да? Готово. Вот так будет, у нее на лице будет кофта одета. Okay, I'll go with my doll. Yeah, but... И у тебя две шляпы одеты.